Доброго всем дня, компания Ферзизан, я Дмитрий. Сегодня я вам покажу новую нашу старую игрушку Smart Opener, открывание крышки багажника ногой. На Range Rover 2013, 14, 15, 16 года эта опция была недоступна. Вот, эта опция появилась в 2018 году, очень оригинальное решение, что антенны стоят не как обычно у всех машин, а посередине бампера у Range Rover здесь электроприцепное, а сбоку. Поэтому классическая ситуация. У нас заняты руки. На примере вот этой вот шикарной выхлопной трубы. То есть мне нужно как-то попасть в машину. Теперь это делается вот так вот. Проходя мимо. Брал свои детали. И в принципе точно так же. Это уже, конечно, пост. Но тем не менее, пожалуйста. Крышка багажника закрылась, в принципе, руками мы не трогали. Все хорошо, все здорово, обращайтесь к компании First Design. Освоен Range Rover Vogue, Range Rover Sport, 13, 14, 15, 16, 17 года. Welcome, ждем вас к нам в гости.